Хортицкий полк и Национальный заповедник Хортица поддержали благотворительную акцию областной клинической больницы по сбору донорской крови для раненых бойцов и беженцев из зоны АТО. Сегодня около 60 человек сдали свою кровь в областной больнице и на станции переливания крови. Взагалі ми розуміємо ситуацію, що треба практично кожній людині, яка має таку можливість, допомагати нашій медицині для того, щоб не було нестачі в препаратах, тому що зараз, в тому числі на базі обласної лікарні, проходять лікування 60 бійців АТО і велика кількість переселенців, які теж потребують цих препаратів. Это не однодневная акция, говорит боец Хортицкого полка Сулейман Богданов. В свой выходной он вместе с другими бойцами этого подразделения пришел сдать кровь. Остальные ребята сделают это в ближайшие дни. Командир наш предложил, я не отказался, чего ж отказываться. Бойцам-то помогать надо, не только бойцам, всем остальным, кто требует, кому, точнее, надо. Кровь там и все остальное. Донорскую кровь могут использовать в течение 35 дней. Потом ее запас надо обновлять. В последнее время количество раненых из зоны АТО значительно уменьшилось. Но многие бойцы нуждаются в восстановительных операциях и дальнейшем стационарном лечении. Также областная клиническая больница передает донорскую кровь военным госпиталям. Вот этой крови, которую мы сегодня соберем, хватит на неделю-две работы больницы эффективной. А затем приглашаю всех неравнодушных и граждан, и какие-то трудовые коллективы, может быть, какие-то инициативные группы выходить на связь с отделением трансфузиологии областной больницы и участвовать в сборе крови. Галина Знаменская, Игорь Бахиркин, ТВ5.